Набежала эта штука. Не надо закрывать дверь. Вы мне ногу больно делаете. Снимай, снимай, снимай. Снимайте и все. Снимайте на видео камеру. Вы что делаете? Это совсем уже Ой, ребят. Куб у вас проблем не ведется сейчас. Так вот. Дай стан. Куда ты забираешь? Дай стан, ты защита. Я отрезаю. Все, иди. Я жалко написал. Все, в интернете будет. Как вы ведете себя? Я пришел посмотреть, вы просто не знаете, что вы мутите здесь. Они находятся в нормальном состоянии. На замечания реагируют адекватно. Мужчина, да. Ваши вещи, говорю, нет. Ну как мне ее забрать? Ваши вещи нет. Мои не все вещи есть. Пойдем. Что у вас есть? Я не знаю, что вы забрали, что не забрали. Вон там висит. Мне как взять ее? Как? Я принесу. Это нормально? Еще что есть? Это нормально. Я не знаю, что вы забрали. Ну поглядите, вот в висит, я вам говорю. Это ненормально. Где там, что у меня? У нас в Брянске такой беспредела нету. Я пойду, надо меня тащить, я пойду. Посмотри.